В Беларуси утверждена доработанная стратегия «Наука и технологии». Проект готовила Академия наук для ориентиров построения интеллектуальной экономики. Обсуждение стратегии стало одним из ключевых пунктов второго съезда ученых. Документ направлен на полноформатную цифровизацию экономики и развитый неоиндустриальный комплекс. Стратегия до 40-го года предполагает поэтапный выход Беларуси на лидирующие мировые позиции в целевых сегментах интеллектуальной экономики.